strong legs, round paws. The tail of the person is a little bit longer than the body, at the middle of the body. Хвост у перса чуть длиннее, чем середина тела. This one got an excellent length and quality of the summer coat. Данное животное имеет прекрасную шерсть и качество текстуры шерсти для данного времени года. Beautiful mixed colors between black and red. Прекрасное перемешение красного и черного цветов по красе. Nice tabby marking, you can see it on the head. Отлично, так, без отметины вы можете увидеть по телу и по голове. Okay, and a really beautiful part in white. Груня, груня. И очень хорошо прокрашенный белый. Груня. The neck of Persian is a short neck. Шея у персов, как правило, короткая. And the head is round like a ball. И голова округлая, как мяч. This one got a round forehead. У этого животного очень круглый лоб. Excellent small ears, well fitted. Прекрасные, отлично поставленные маленькие ушки. Very big open round eyes. Очень крупные, широко открытые круглые глаза. With a very nice orange eye color. И прекрасный оранжевый цвет глаз. So this one got excellent stop. У этого животного отличный стоп. Strong cheekbones, rounded muscle and chin. Круглые подбородок и щеки. Okay. So. Груня, грунечка, okay. Груня. Like this one? Вам нравится?